начальнику хора Идуфуму, псалом Давида. Я сказал, я буду наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. И скорбь моя подвиглась, воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открывай уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемлю воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, не будет меня».